Тай – небольшое, но крайне агрессивное животное семейства кумиров. Этот хищник предпочитает селиться в прибрежных лесах, болотах, кустарниках и на территориях, к ним прилегающих. Большую часть жизни горностай проводит на земле, хотя также неплохо лазает по деревьям и хорошо плавает. Вывороченные корни деревьев, полые бревна, норы грызунов. Он использует их в качестве логова. Взрослый горностай имеет общую длину тела от 170 до 330 мм, причем около 35% этой длины приходится на хвост. Самцы вырастают примерно вдвое больше самок. Форма тела горностая очень похожа на тело ласки, длинная, как лента, с короткими ногами, заостренной мордочкой, небольшими ушами. Глаза у него похожи на черные бусинки. Мех в летний период имеет шоколадно-коричневый окрас, зимой же мех белоснежный, за исключением кончика хвоста, он окрашен в черный цвет.